человек. Вот, например, такой вот, как на моей футболке. Эйнштейн. Человек никогда не остановится в поиске истины, в поиске самого себя в этом мире и того, кто он, откуда и куда. Ответа на этот вопрос. Но он никогда не достигнет правильного ответа, потому что все всегда разное. Атомы и молекулы перемещаются каждую минуту, делая для вас эту картинку неповторимой, эксклюзивной. Поэтому вы никогда не видели повтора, и никто, конечно же, тоже не видел никогда никаких повторов в этом мире. Вот и мы, когда пытаемся ответить на этот вопрос, всего лишь навсего будоражим свое сознание и рассматриваем эту фигуру просто с разных ракурсов. Справа посмотрели, слева посмотрели, сверху посмотрели, снизу посмотрели и так далее. Вверх конца нет, но и вниз, как ни странно, тоже нет конца. Маленькая, микро или макромеры. Тут абсолютно это все невозможно определить. Оно по-своему загадка само по себе. Так же, как сказка сама по себе. И тут нечего гадать, нечего искать. Мир такой, какой есть, он был создан. Мы говорим нашими понятиями, понятиях времени, пространства. На самом-то деле это все выдумки людей, все эти словечки. Просто чтобы описать что-то, то, что не имеет никакого названия. Так же, как в принципе Бог или Вселенная, или какой-то высший разум. Это все догадки, выдумки. Вот и всего. Такая вот история. Нельзя человеку останавливаться, потому что он, получается, как бы подставляет плечи тому, кто карабкается выше, тот, кто будет дальше продолжать этот поиск в усовершенствование человеческой особи, человека разумного. Поэтому мы стоим, по сути, на костях тех, кто был до нас, те, кто нам прокладывал эту дорогу, те, кто постарался, очень хорошо сделал ее крепкой и такой, которая еще нас до сих пор ведет, которая не позволила развалиться этому всему. Они заложили фундамент, а мы продолжаем уже. Как у нас получается, конечно, тут у кого как. Продолжаем, у кого сколько получается, сделать чего. Как пусть делает, насколько ему позволено реализовать свою сущность в этом мире. Помочь кому-то. Не подтолкнуть кого-то, а наоборот, подставить крепкую руку и продолжимся. Продолжаемся.